Всем привет! Выходные уже близко и время планировать свой досуг. Куда непременно стоит сходить, чтобы его разнообразить, расскажу прямо сейчас. Афиша на Самара ГИС. Театральные выходные в Самарской площади. Сегодня на сцене «Ревизор». Главная особенность спектакля – дух сегодняшнего времени, который открывается в классическом тексте Гоголя. Принято считать, что мир вокруг не меняется, и Николаевская эпоха мало отличается от сегодняшних реалий. Но все же время идет. Трансформируется и лицо главного героя. Сегодняшних Листаков – циничный и продуманный аферист, без всякого сожаления вытягивающий деньги из чиновников. В воскресенье идем на любимую комедию «Роддом». Кроме молодых мам и пап, главный герой в пьесе – еще и нерожденные дети, которые уже отстаивают свои права на будущую хорошую жизнь. Задумывались ли вы хоть раз, как могли бы картины звучать? Сегодня самарцев приглашают провести вечер импровизации на фортепиано под картины. Необычный квартирник пройдет в галерее по адресу Московское шоссе, 205. В воскресенье намечается прекрасный вечер в компании гуру джазовой сцены. Коллективы погрузят в приятную атмосферу живой музыки, а весеннее настроение, легкие мысли и чарующий джаз станут амбассадорами вечера. Ленинградская, 77. В музее «Модерна» открылась выставка «Живопись Давида Бурлюка». На выставке будут представлены картины из коллекции Башкирского художественного музея имени Нестерова, который обладает самой крупной в России коллекцией живописи отца русского футуризма Давида Бурлюка. А в субботу музей «Модерна» приглашает вас на лекцию-практику Филиппа Елистратова про съемку, изготовление и печать фотографий рубежа 19-20 веков. На этом же все. Хороших вам выходных и продуктивной недели. До встречи! What?